сказал человек, который обсирает их направо и налево. Иди нафиг. Ты меня еще нафиг посылаешь? Я сейчас культурный, блядь. Мы потом ДБД постримим. О, так можно. Ваня, это, короче, мэн по высшей пробе сочетается с взгляд на 1000 ярдов. Да. Ну, я считаю, это победа. Нет. Да. Господи. Я себе такое говно выкрутил. Что? Да, короче, мэн по высшей пробы с усами надел и взгляд на 1000 ярдов, типа, с пририсованными черными бровями. Я тебе потом покажу. Мне уже страшно. Офицер запаса достается... Чё? Говно. Ты, блин, попутал. Почему говно? Потому что он вот раньше он был лучше, сейчас он говно. Да пофиг, завоеватель или гейбокс. Так, это нет, гейбокс я не хочу, я чистер и кетомет. Я хочу гейбокс. Ой, так он у тебя есть? Или? У меня его нет. Соси. Все, я пошел за спая. Просто такой соси, все, я пошел за спая. А у нас уже так есть спай, пойду обратно. А, он давай, он сейчас выйдет просто. Этот... А я за... Вань, подожди, сейчас я. Ой. Да, господи. Я умер от счастья. Ну ты лох. Прости. После каждой фразы, оскорбляющей тебя, я... Опять. А, нельзя голосование начать, нельзя. Нельзя. А, у меня обычная ракета, подожди, сейчас. Все еще нельзя! А, можно. Нельзя! А ты, бля, ты кто? Я Пира. Ты дебил. Прости. Че ты сказал? Прости, Пёс. Блядь. Я тебя нафиг закопаю в земле и сделаю с тебя капипошку. Что я сказал? Капитушка, блядь. Капитошка! Капитушка, блядь. Блядь, у нас бот, ну кикните его. Бля. Я валю отсюда, тактическое отступление. Что происходит? ХЗ. Нет! Господи. Я кого-то там поджег, я молодец. У нас BDSM heavy. Я застреливаю. Аривидерчи. Блин, нет, я даже сет на солдата никакой другой. Ну, может, еще одну. Не иди туда, Тёма, тебя убьют. И что? Нет! Я свободен! А-а-а! Да снайпер, сука! У них чё-то чувак прям такой. Слушай, снайпер, снайпер мимис, фэк. Че? ХЗ, если честно. Ты где, блин? Я умер. Слабак. Сказал Артём. Блядь, ну в смысле, при чём сказал Артём? Сказал, что я тоже как бы сдохну. Блин, ты скотина токсичная. Ты токсик? Это был вопрос. Да какого? Какими темпами мы проиграли, Артём? Да я знаю. Кажется, или у нас тут рядом с спай? Да господи, сколько у них снайперов-то, алё! Ха-х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 а-
Ой-ой-ой. Капец, а чё они прям прорываются так-то? Алё, мы дебилы? Ну, вообще, как бы, да, ну, типа, блядь. О, господи, Ваня, ты этим пользуешься? Ваня! Фу! Что? Нельзя! Эрдай, я с флагистонатором играю, о чем ты? Ха, блин! Я думал, ты этой говной пользуешься. Не, поможет, не, зачем мне флагистонатор, если могу обычный огнемет взять? Осенило. Ваню осенило. У нас какой-то чувак с арабским ником есть, блядь. Наверное, арабский дежурный. А нет, у этих чувак. Реально. Ну, я хочу посмотреть, кто это. Ну-ка. Да алё, где он? А, вот он. Он в Москве. У нас Инжа теперь нет, офигеть. О, ехать, он как бы на практически... Короче, да, он больше меня там вот, наиграл. Грис. Вот. Блядь. Чё, алло, Дэма, ты че, ты подключаешь или что? Да. Нет. Мне кажется, а вот у нас прям вообще, вот прям максимально. Солдат в тылу. Ай. А, ну Ваня, ты посмотри на баланс. Бедный инженер. Ну тут, блин, я только инженеров смогу насиловать, а тебя, а ты кто? А ты Артём. Не понял. А! Зараза. Нигерийская. Big Smoke, remember what me? Name, remember what me? Big Smoke, ты F2. Ехай, он реально не Big Smoke, а похож! Big Smoke. Around the entrance, Джей. Ай, блин. Да алло, че за говно, мы как бы вообще не продвигаемся, да, блядь. Слышь, продвигаем, мы наоборот обороняемся. Ой, блядь, ну то есть не обороняемся, нихуя, сейчас хэви ебанет. Ну да, в принципе-то. Команда шизоидов, конечно. Что ты, блядь, так сидишь, сука? Так если мы даже от солдата у себя в тылу не можем избавиться. Хэви, давай за спая, я же умею в кавычках играть за спая. Что за говно? Я хочу суицидиться. Дайте суицидница. Где суицид? Тёма, где мой суицид? На меня смотри. Смотрю. На меня смотри. Смотрю. Всё, иди воюй. Блядь, ты как женщина, говорят. Ты что, женщина? Чё, ты чё как баба? Ты имеешь наглость использовать мою же магию против меня? Да. Пизда. Качество умный. Да вообще, блин. Я сам из себя шок. Ай, да. Are you killing spy? Ух ты, нифига, он умеет джампить, чувак! Гений! А я? А я? А ты Тома. 300к мув просто. Нет. Ха-ха-ха! Ватт в жопу. Да вы уже, да? Зато минус телепорт. А, там турель, господи Иисусе, бегите, глупцы! Медик! Медик! Медик, да у нас как бы медик есть, блядь. А чё, реально? Да, у нас, оказывается, он есть, я там в шоке.
Меня этот снайпер уже задолбал. А, турели уже нет. А это причем он превосходство надо мной набрал? Окей, мы трайн, си, саджа. Вот это Ники. Чё за трикстабы пошли? Ты опять трикстабишь, Вань? Да. Я не прощу тебе. Ты установил конфиги, Вань. Ты стал лучше играть. Конфиги, это в разноход. Я это... просто установил. Ну вот, а вдруг у них там читы были, а тебя забанят. Какие читы, а? Чё тут твоём? Если поместить худы в папку кастом, то читы не будут работать, по-другому работает немного. А чё, а где? А даже человек, который не использует читы, об этом знает. Ты быканул? Да. Блядь, на помощь, сука. Ты меня будешь, мне нужна помощь медицинская. Бля! А, так они остановились там, господи, я думал их там уже вообще нету. Они перебрались, а, но нет. А, что, в смысле, для маскировки не было? Ты еще вообще за шпиона хорошо играешь, если ты даже не можешь понять, что у тебя маскировка. Сказал Артём. Иди в жопу, Вань. Ты вообще на шпионе играть не умеешь, это факт. Катя, у меня эта турель, у меня типа жучок есть, но турели типа нет. Реально, я показываю, что типа жучок есть, но его и типа нет. Ну твою мать! У меня осталось 12 хп, а он меня ударил кунаем заговорчика, скотина! О! Надо конфиг установить на угол обзора. А, Тём, вот это уже чит является. А, да? Да. Что за говно? Game, да алло! Чё за говно? Шпион просто берет и вообще бесцеремонно фигачит. А! Ой, на первом месте, прикольно. А, я ярость до сих пор не накопил, зашибись. А, мы почти вагонетку докатили? Ну типа. Вот сейчас скотина снайпер меня этот фигачит. Зачем посмотри, я... тут этот говно в воздухе. В смысле? Да вот эта скотина здесь, алё, люди. Давайте фигачьте. Скаут, скоты, становитесь еще быстрее. Люди, рожайте, размножайте. Давайте, снайперы, побегайте хотя бы немножечко. О, господи! Ха-ха! А, дед, он меня сейчас грохнет! Так, алло! Я забыл, за какую команду мы играем, господи. Так, мы за синих же, да? Блин, у меня уже пора на... с этим шпириками. Так это, зараза, не ты? Это я. А вот это, значит, был не ты. Два плюс два. Четыре. Пять, дебил. Ладно, скоты, это я на тебя. Ну, я пытался. А откуда у меня сверхлечение? Ну так, просто немного. Потому что медик. Нет, ну типа... Достается. Да скотина! Скотская, которая еще и не попадает! А, ярость! Люди, вы, я Гитлер, я вернулся. Вам всем жопа! Господи, не, ну этот сет реально, мне бы еще, короче, на солдата какую-нибудь фигню, ну так, на тело купить и вообще зашибись. О, господи, Иисусе, это... ВП-винг. ВП-винг этот, господи, он типа пытается скиллом как-то выебываться, но, блядь, у него не получается.
Ярость бы накопить, чтобы чисто прикольно. Скотина! А, да у них там турель! Да, я пытаюсь сейчас сапнуть. Блин, я думаю, что... Сапни, короче, видишь... Я постараюсь, потому что тут их самих очень много. И за мной, кстати, уже первый видос. Бля, минуту осталось. Время поджимает. Сапни турель просто, по-братски. Уже. Ага. Блин. Ладно, нужно Ване, короче, будь там, если что, сапни турель, а я ее. Я уже сапнул. Ну, если там ты про турель первого уровня, то уже. Да, да. Ну, короче, да, тело пахнет. Какое тело? Я уничтожу. Короче, там Хэви 173 хп стоит, как бы, я не заметил его. ОПВ Винг, что за говно? Почему он так выебывает за своими, и он вздыхает? Сколько, на каком он месте, блин? Я промолчу. Алмазный змей, ну конечно. Ну, а ты чего хотел, блядь? Видимо, я один такой использую, не знаю, нет, я тот солдат, который боится снайперов, сука. Кстати, это реальная идея? А, еще кунай возьму. И звона смерти нет, ну и ладно. Мне. Шанхаш. Я помню, я им пользовался. Чем? Шанхаш. Шаханшах? Шаханша, а, да. Ой-ой, пора суициднуться. Чё ты прячешься? Прими свою смерть как мужчина. Не? У вас в команде спай на первом месте, ребят. Выебываешься. Что? Это такое? Ты выебываешься. Почему именно спай, блядь? Вот почему ты не смотришь аниме? Потому что мне особо нравится этот жанр. Типа, ну, мультипликация как мультипликация, не более. Ну, она хоть кто-нибудь смотрит? Да никто, конечно, ты что, дебил? Да. Да что ты по приколу стрим запустил? Вообще-то я предложил. О боже, опять за спай придется. Придется, господи, бедному Ванечке приходится за спай идти, чтобы его команда хотя бы как-то могла что-нибудь сделать. Блин, мне показалось, меня заблокировать пытались. А тут не показывается, кто смотрит. Да. Мачо-мен! Мачо-мен, блядь! Я знал, что он существует. А, допустим, я хочу за скота, как бы. А! Нет! У него сковородка, это ужас! Что за мясо? Господи, блядь, два скота лежат вообще такие. Один трейдораз, короче, сразу тебе говорю. Это я понял. Господи, какой ты там это Владос в трейде. Где? Я не знаю. О, Тёма. Артём, будь так добр, стань за инженера, прокачай ему телепорт. На время. Сейчас. А, спасибо. Всё, спасибо.
Так, у нас солдатов нет, понял. Понял. Блин, хлёстку бы, конечно, этот, или как она там называется? Это, что там дисциплинарное высказывание? А, пивас и полный расколбас. Че он там выеживается? Че я? Это не тебе. Че? Бегите, глупцы! А че там? Так там хэви под убером. Прикольно. А теперь наш хэви под убером. Прикольно. Че вы там стоите, вы мне халявные гелы сейчас даете? Дурни! А! Спасибо. А, ты же за инженера. Да нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Че это там? Я думал, это телепорт. А! Откуда? А, господи, Иисус. Ну, то так, BTFM, sorry for using polyline. Я думаю, по эту турель поближе поставить. Ну, не знаю, ставь. В принципе, можно, чего бы нет. О, она уже почти кого-то убила. Почти. А, там этот спай. Блин, я показал на меня разогнался это. Что это такое? У них бот, вот реально, и причем, ну, читер. Ну, то есть, блядь, бот. Сука! Баш. Опять эти бодишучащие снайперы. Патронов нет! Вроде снайперы как снайперы, а боди шутят-то как? В смысле? Блин, что это, что выстрел в тело, а не в голову? Пельмень! Пельмени зажгли, вань! Пельмень крутой! А! Ты на третьем месте, все понятно с тобой. Ты не принадлежишь к роду человеческому, ты задрот. А ты мне всирать уже. Да блин, я тебя не. Я. Ну, по-дружески, блядь! Я... По-дружески, я могу сказать, что я убью всю твою семью. Ты будешь доволен? Да. Чебанут. А, медик, блядь! Сука! Я забыл, что. Я за красный хотел. Биг Смок на чужой команде, блядь, не. Не. Game crisis, Джан. Ты боди шутишь? Я за инженера играю. Ну, блин. Одно другому не мешает. Говно происходит. Я что происходит? Твоя турель как она сдохла, я полудар на себя принял. Ладно. Они сейчас, короче, прорвутся, Вань. Ну, мы их что-то ответной говной встретим. Ответной говной. Так, дело плохо, дело пахнет псюнами. Когда не пахло? Че там летают они? Напугало! Мне вот эти несущиеся демомены, они скотина! Вот прям вообще ужас как пугают. I need help. Блин, далеко от экрана. Ига! Не ожидал... А, господи, так это... Нифига. Там два снайпера сразу. Вань, я на третий с конца. Прикольно. Ну вообще, блядь. У нас нет снайперов. Я хочу быть вообще последним. Блядь.
нихуя себе, ёбаный легалёт, блядь. А, у меня же банк. Да, для слабаков это хуета. Я надеюсь, тебя... Ладно, сдохну, короче, пойду за этого. За демомена. Прикольно. Здесь где-то шпион, скорее всего. Уф. Опа, спай. Блин, мне бы не помешало лечение. Тут сейчас... раздатчик, Артём, там, да, где мои турели и телепорт. На всякий пожарный. Минус турель. Куда там демо? Откуда этот Биг Смоук взялся? Я без понятия. Ну, блин, ты чё, Биг Смоук? А, скотина! Ваня, у тебя все его разорвали. Ну, кроме этот телепорта. Хочу почитать Дорохедора. Дорохедера или забыл, как называется? А, англичанин. Я забыл. А, нет, короче, демо. Хотя нет, мне за снайпера понравилось. Этот спай у моего телепорта, я вообще без понятия. А, точно, ты же можешь это. Ну, короче, Биг Смоуком, а чё, я обкатил? Это хорошо? Да. Да, ты... Тебе бы у меня только спрашивать, Вань. Маля... Да, пофиг уже на телепорт. Задницу подпалил, чувак, мне. Зачем париться по пустякам, блядь? Сука! Чё у тебя? А, да я в Вьетнаме, блядь, я от демо, ой, пира бегаю. Прикольно. Очень. Оторная. Я хочу в покер поиграть. Именно, ну, этот, забыл, блядь, как называется. Покер Кнайт, вот. Ну, хотя, этим его больше нигде не достать. Буквально вообще нигде? И он не продается. Вот всё. Вообще нигде, то есть даже на сайте разработчиков. Вроде, Артём, я с этой, в эту тему глубоко не погружался, так что ничего такого говорить не могу. Сука, какого хуя вы маячите, блядь, у меня на прицеле, сука. Не бомбит. А куда сейчас после этого раунда пойдем в... Куда? В ДБД. Куда? В ДБД. Не, в ТЭП. Блять. Just genius. Да как я между яиц-то ему попал-то, зараза? Блядь. Но почему мне на кьюского рода не бралась, да ёб твою мать? Моё достоинство просто унижено. Ага. Блядь. Не, давайте, блядь, прорывайтесь, они сейчас отчаянные будут вообще все, блядь. Ебите. Вань, нереально, куб ДБД. Что ты ебаешься? Блять, инженер на первом месте. Это я. Да ну нахуй. О, я с полуджи за Ити пошел. Кажется, без медика вам не обойтись. Ой, бля. Кринж, шапка. Я хочу это. Чувак пьяный идет. Я хочу это.
обсираю за Тёму. Это он не меня, как бы. Да пофиг, надо пообсирать. Вот ты говорил же, что я токсик. А на самом деле токсик это ты! Ты просто не знал этого. Вас одного спая обсираем. Миша, вперед! Феличита. Ай, Артём. Блять, ну какого хуя? Артём, возьми! Кого угодно, кроме как Демонайта. Хочешь, чтобы я тебя уничтожил, блядь? Чёртова турель! Там такой инженер сидит. Пельмень. Пельмень. Алло, а чё с ФПС? Всё, а чё я? Да нет, с ФПС какой-то, по-моему, происходило. Ой, там же турель. Наверное, чел с ножиком зашел на сервер. Game trends, Джей! Остынь, остынь, блядь. Ты шаришь за Сан Андреас? Какой Сэм, ты о чем? Сан Андреас, блядь! M&M's? Что? С где? Человека, сука, ты помочь был. Лечением. Это спай. Да, бля, спасибо, сука, не догадались бы. Пожалуйста. О, я критом ебало дал этому. Алло, медик, ты где? Я. А! Да, блядь, медик! Ой, спинобрез, это так, зашибись. Мы получили дополнительное время. А где Тёма? Да вот он, я внутри тоже. Там это где? Куда? Блять, возле вагона. У них там даже турелей нету, блядь. Экселленс и кок. Беги, Тёма! Ага! А, беги! Спасибо. Пожалуйста. Опа, блять, что? Я за пельменем бегу. Нет, это я просто, блядь, горно. А, ну возьми ты банку Тета, блядь. Так. Ладно, не суть. Меня убил демо-пират с картонной бородой. И розовыми очками. А, да я посмотрю. И что, теперь поношенного вида я могу его подороже продать? Чё? Вот, типа, болтун имеет статус поношенного вида. Какой латун, ты вообще? Болтун, блядь. Ну, типа, какой моя латун? Шапка имеет статус поношенного вида. А, я не знаю. Я в трейде не шарю. Чё за метки эти? О, господи, это что? Вайнугов? ДБД. Нет, Артём, ДБД, последнее, что я хочу, это когда в ДБД. Блядь, ну что это такое? Артём, хочешь этот совет? Нет. Прекрати срывать фигнёй и нормально играть. Старайся изо всех сил, Артём! Трайхардинг, Артём! Сука, максимальная мощь, бля! Из-за скаута.
Серьезно хотел, блядь, зайди того же за Хэвика, он. Да заебал я, за... не хочу, ебал я этого Хэвика в три прогиба, блядь. Чё ты про Мишу сказал? Я буду снайпер-пелемешкой. Я хочу получить удовольствие, блядь. Я не играю не в соревновательный режим, блядь, а в казуал, сука. Шпион это шпион, скорее всего. Блять, а он здесь, сука! Сказал, иди трейхард, ты пошел за снайпера. Отстань. Бан. А, да блин, кто там? Какого черта? Пира. Блять. Пиро. Пиро. Йор говно. А, реально, за пиро же могут быть. Тем более у нас пирачей нету. Спайчеком будешь заниматься. Ты чё в жопу, блядь, за своими спайчеками, блядь. А, это шпион? Да. Меня спай наебал. Что ты тут въебываешься? А, вы что, до сих пор точку не захватили? Да. Да, ты же там секунду оставалось. Да. Артём, поменяй лучше, не знаю, там, ранец на дробовик. Ваня, у меня, как сказать, определенная тактика есть такая, блядь, как бы. Сзади пробираешься и ебёшь всех, блядь! Я там серьёзно, не могу. Он умеет пользоваться своим медицинским правом, как бы. То есть он нормальный человек. А не животное, блядь. Пельмень тоже животное. Просто ты этого не знаешь. А! Меня вытолкнули, сука! Ой, пизду, блядь, в общем, как. Скажи чё-нибудь, Тёма. В пизду. Тебе не. Этого достаточно, бля? Не. Ого, в Killing Floor второй. Я его удалил, Ваня. Скачай. Поешь, чтоб посрать, блядь, Ваня. Это такая же очевидная херня. Что? Вот ты примерно сказал то же самое, что поешь, чтоб посрать, блядь, Ваня. Ну, сука, ну не хочу. Я хочу в ДБД, ты говорил, как только наиграешь, блядь, в свои игрушки. В смысле, Артём, я наиграл в него 100 плюс часов, не вообще переставая в него играть. Просто взахлёб его играл. И он пока что вообще не надоел. Блядь, ни единого раза не попал, меня куском мяса убили. Вообще нихуя не хочется играть в ТМ, вообще, блядь. Так, раунд-то закончи хотя бы. Ну, блядь, закончу. Я еще и стримлю, блядь. А потом, возможно, пойдем в ДБД, возможно. Там, блядь, этот УПВЗВ зарядил, чувак. О, это Тёма. Да ну нахуй! Артём, не советую туда тебе идти? Сижу в тик-токе. Какой тик-ток? Иди играть, стримишь. Я знаю. Поэтому я сижу в тик-токах. Вот из-за этих твоих тик-токов ты в ДБД и начал играть. Чего, блядь? ДБД у меня была куплена еще тогда, когда тик-тока, блядь, не существовало, и а лайка тоже. Ты пиздишь! ТикТок в 18 году появился, ты где-то в это же время его и купил. Какого черта полкоманды АФКшит? Ну, блядь. Давай им победу отдадим, хули нет. В смысле отдадим? Иди воюй давай. Хуй тебе. Я тебя отрежу.
Твой хуй? Искормлю твоей кошки. Ты шо, блядь, дымку трогаешь, сука, я тебя уничтожу, блядь. Я тебе поминутно распишу, кто, блядь, соснул хуйца. Сначала говорить научись, и тебя не слышно. Дебил, как а? Бы я... Блядь, короче, ты тут... Микрофон подправь лучше. Да дебил, блядь, у меня микрофон, это, сука, видеокамера. Чё ты мне тут выебываешься? Чё ты задай? Вот и иди на Uber, я тебя лечить не буду, всё. Ты охуел? Да. Блядь, хэви жирный. Чоколадо. Даже у таких маразий, даже я, блядь, охуеваю. Иди воюй. Блять, а я что делаю, Ваня? Ёбаный козёл. Ты сидишь в ТикТоках. Да ты долбоёб, я воюю, сука, за демокнайта хотя бы. Хули ты тут выёбываешь? Ну иди! Чё, блять? Совсем страх потерял, сука? Это ты потерял. Сейчас демонайт туда, в этот, Убер, и мне будет хорошо. Ебаш, да кто-то у нас пол команды, блять, демонайт и Ваня, ёбаный. Отлично. Я выжил с 30 хп. Я демонайт. Я воин, скитающийся по степям. Дармоед. Дебил, блядь, я еще сам не заработал. Ты живешь за счет степей, Артём. Да сука, я тоже. И ты, блядь, тоже. На говно похоже. Блядь, знаешь, кто алло, ты где, блядь? Дай полечи меня, ебаный козел. Давай. Ой, промазал. Ой, промазал. Ой, куда же я стреляю? Сука, я тебя сейчас исключу, блядь, ой. Защитный, сука. Давай, ща попаду. Ща еще полечу. Врянь, Вань. Вот, все, молодец. Будете убердом? Ебаш, блядь. Стой, давай подождем сначала. А, сколько у тебя? 37, ты, блядь, короче, мимо проходящих это, еби. Не-не-не, Артём! Шоп тебе. Че, в смысле, ты мне не дашь убер? Наверное. Че, блядь? Если будешь себя вести как хороший мальчик, возможно. Меня убили. Я опять бодишочки и снайперы. Скажи им, почему они бодишотят постоянно они. Сука! Я не знаю! Я только выжил, меня уже отправили, меня никакой нет, да? Какая у тебя красивая улыбка, так и хочется влететь в воздух, чтобы у тебя все зубы повылетали, блядь. Джентльмены. Сука. Нас минута. На Uber берем мы нипочем, чтобы пчелы были, жрали, любили мед, блядь. Что такое мед? Я не знаю. Что такое мёд? Ты, блядь... Пуш, Артём, пуш, ты же пуш! По жизни! Немного червка, блядь, на пузе есть, хули ты выебываешься? Давай, Хэви, я в тебя верю! А вы проголосуете, чтобы тебя исключили за щиты? Да ло, бля! Меня буквально исключат, не надо. Ну, так на твой расчет, блядь. Тебя кикну зато. Ну, ебаш. Хули выебываешься? Изи. Изи, блядь. Чё, в ДБД пошли этот твой санный? Ты чё, блядь, ты сам не мог за сотку часов наиграл в санный, блядь. Мне чел написал «завидуй». Я написал «изи, изи», он сказал «завидуй». Эй, блядь.
Завидую. Пойду, где в этот комментарий напишу. Давай, что он хуйло. Таксич. Стекло ебаное, блядь. И напишу, иди помойся. Кутяра. А он мне-то ничего не напишет, потому что у меня комментарий закрыт. 989 часов, офигеть. Сам, блядь, в одну играл под 800. Так он ведь ведет как новичок, 40 уровень, да нет, не остановит, я его за кибербулю. Изи хуй за, блядь. Хватит в ТикТок сидеть. Да ну нафиг, этот, имидж. Короче, сейчас человека бензопилу будут делать Дорохидора. Чуваки, которые, типа, адаптировали Дорохидора. А, то есть ты ж вообще не шаришь. Скотина, чё ты не шаришь за мангу, алё? Извини. Ты прощаешь меня? Ваня. Ваня! 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 Ваня, прости! Прости, Ванечка, я не хотел, блядь, Ваня, ну ёбаный козёл, ну пошутил я, ну я, блядь, чёрт по жизни, сука, прости, пожалуйста, Ваня, блядь! Ну, Ваня, блядь, ответь, сука! Ваня, блядь, Ваня! Ответь, блядь! Ваня, сука! Я тут. Ваня, блядь, ну прости, сука, да не хотел я тебя обижать, блядь, а ты обиделся, пидора, блядь! Слушай, я вас не пошло! А, да? Ну иди нахуй тогда с войне! Иди вниз об стену, блядь, на албанском. Блядь. Пойду еще, чтобы челу гневный комментарий написал. Я себе всю глотку изорвал, блядь. Ой, с ним за ним. Ладно, удалю комментарий. И напишу еще один. Опять Steam завис. А! Что происходит в этом грешном мире? О, хотел бы я за Фредди Крюгера поиграть, да не буду. Ибо я мальчик смышленый. Кто? А, точно, Храм Тайм забыл. Это, и так тебе приглашать или куда? Да. Да, приглашаю. Диплом или жизнь? Антон. Я выбираю приз. Я выбираю диплом. Ты точно не просрал? Да, я на пролом купил. Мне теперь зашибись. Да, только это рофла перх, как чем? Серьезно? Это рофляный перх. Нет. Нет. Вы не понимаете, вы всего лишь узконаправленные люди. А я, блядь, выше этого. Тюбись об стену, что выше этого. В каком-то разе я ниже. Простите, джентльмен, это рофл? Если это не рофл, то я твоего деда ебал! Артём! 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 Артём. Кого? Артём. Что? Тебя не слышно. Ты заебал, я просто далеко отсел от компьютера, блядь. Теперь меня хорошо слышно, ты, блядь. Давай ещё больше. Короче, реально, так, нормально слышно, блядь. Обсирать, типа. Ты обсираешь меня. Так, слышно, я тебя спрашиваю. Да.
Молодец. Типа, ты меня все раз 24 на 7, я тебе все раз... Сам приятно хотя бы от этого. Ну да. Садись, грёбаный. Иди в психушку, пока не поздно. Чем маньяком станешь. Чикатило 228. Бля, вот так примерно обвинение постоянно и работает. Тебе еще писю на лоб нарисуешь, и будешь ходить по улице, потому что мы говорить, а Чикатило. Во-во, я это задокументирую. Блять, где там тебя заблокировали? Малыш Билли с Южной Африки, прикольно. Валентайн, это Валентина. Польша, Хинтайн. А, ей нельзя написать, где он и комин, почему? 175 часов сыграно. Короче, давай, поехали, Тёма, поехали. Тюнк, он... Давай. Сейчас поехали. Чекай. Тикай. Тикай из села. Откуда вы? Ты кто вообще? Сгущает. О, Милли, что-то говорит. Зелёный поза меня, пожалуйста. Артём. Я думаю, это Буба, и мы будем, сейчас скажу, на этой свалке Автохэвен. Это Буба и свалка Автохэвен, давай. Проверим заодно. Мы познали. Если это свалка Автохэвен, то я, чё? А ты ничего. Разрешу пробить тебе лося мне. Ты пробьёшь мне лося, если это реально свалка Автохэвен. Всё, значит, это, когда будем в учебном заведении, я тебе пробью. В учебном заведении, ебать, ты интеллигент, Ваня. В учебном заведении! В учебном, блядь, как будто... Знаешь, когда мы пошли пойдем в УГС сдавать, ты у меня такой, блядь, на этот... Фу, блядь. Я порезала, сынок. Сынок, я вижу тебя. Я видел Тёму. Блядь, да не беги, козёл ты, ёбаный. Тёма. Тёма. Что? Тёма. Что, блядь? Куда ты? Тут нет, походу, Тёма. Джил. Кто это? Он на корабле. Я знаю, блядь. Ваня, это Легион! Это Легион? Да, это Легион. Повезло, повезло. Короче, возле него палеты скидывай, просто, ну, типа, жди пока, он, если он на тебя понесется, то просто палеты скидывай и все. Ну, типа, не, говно. А где Тёма? Так я на корабль пошел. А Тём, там наоборот, Легион был, ты о чем? Ну, был, он ушел уже в другое место, алё. Логика. Вставай. Он на мосту, Артём, ну около моста. Тимост. А, все, я вижу. Он затимился с ним, блядь. Железная, он не затимился, Артём. У него еще есть железная дева. Ну, блин, Легион. Короче, мне надо подержаться до окончания уязвимости. А, он на меня забил. Он на корабль, кажется, пошел всем. Каким хреном он меня пропустил? Я бежал, я думал, он сейчас меня, короче, запалит, но он не запалил меня, он слепой. Я вот прям говорю, что он прям слепой. Короче, Артём, если чё, иди на мини-корабль, я там... А, да? Мини-корабль, это лодка называется. Мини-корабль, блядь. Ну корабль же, маленький. Это лодка, Ваня. А, ну нет, это корабль, это прям, короче, прям большая фигня, а лодка это такая, поменьше. Хотя, в принципе, этот большой корабль не совсем корабль, это что, типа парома. А, да, реально. Вот нет, это и есть паром. Не, он типа еще с таким вот колесом сзади. Угу. Это как бы какие. Эта карта с кем появилась? С. С ведьмой. С ведьмой. Это карта ведьмин. Эта карта, это ведьмой появилась, но. Я уже больше половины геника завел, который там чинили. Я тоже. Ну, мы с этой жижей чиним.
Балдеж. Это говно, Вань, к вам вроде. Да, она к вам пошла. Да, она, он к нам идет, я вижу. Ой, мля, он сейчас сюда побежит, капец. А, нет, он вообще, он как-то подзабил. Он за кем догоняется, Вань? Зажил, наверное. Угу. Эй, не понял, а чё он на меня сюда смотрит? Меня? А ты сейчас на корабле большом? Не-не-не, я воз... Вань, вот он, я был. Он возле этого геника, он сейчас, возможно, что... Ладно, я тогда пошел на корабль. Шкафчик, не спрятаться, ё-моё! Аламас, не дай мне взять. Корабль идет? Да. Окей. Это, конечно, все хорошо, а там, а ты нашел геник или нет? Ой, мля. Я нашел легиона. Я тоже. Упс. I very do. I very do. Вставай, 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 пора бить ебасос. Мне. А в смысле, что за выпад? Вань, у него огромный выпад. У него не такой уж огромный. Нет, Вань, у него в обилке огромный. А, он тебя в обилке или просто сам по себе? Он не в обилке, он просто... Ой, нет, у него реально огромный выпад, Вань. А, не, в обилке, Артём, без обилки. Вот, нет, вот почему и в обилке тоже у него огромный выпад? Сам без обилки, я говорю, без. Я не в... про обилку. А, да, да, да. В обилке, без обилки, да, он получается тоже огромный выпад у него. Спасите. Спасите меня. А, жизнь же иди. Вот, не зря я резик купил недавно. Вот, пожалуйста, меня персонажи из резика спасают. Доми. А он об этом, кстати, не знает. Давай, возьми меня. У тебя жижа опять бежит. А я все, я молодец. А я рядом геник чиню, Вань. Он прям рядом. А, Айвил. А, он за мной бежит, да. А, мне уже все послал. Ничего не знаю, сколок более-менее даже помогает, на самом-то деле. Ну, нет, типа, этого, да, Ваня. Ну, если ты, конечно, спасать, например, с часами, то есть я должен на время, там, он довольно хорошо сочетается, если тебя поймали. А вы где? А, вижу. Я около хижины убийц, кстати, советую меня полечить. А, подожди, ну, Ваня, я далеко. Ну, недалеко, но, короче, я... рядом. Ну, короче, я... Там, где геник. А, аптечка, Артём, я сам себе полечу. Давай, фигач. Он ее в подвал понес. Мля. Жил. Я иду тебя спасать. Он же к вам пошел, да? Нет. В смысле к нам? Я один тут. Гигиенику. Да. Нет, Ваня, он не туда пошел. Да, он все еще на корабле там, ну, около корабля. А где вы? Где можно геник починить? Я не знаю. Да он около нее ходит. У тебя же часики есть. Ой, эти. А, блин, мне кажется, она сама себя сняла. Вставай, вставай, вставай. Пробить ебасос. Он реально кемпит, он даже меня просто специально типа не взял. В заложники. Ну, заложники, блин. Она сливается? Нет. Он обилку активировал. Сейчас ко мне побежишь, зараза. Но у меня часики, мне хорошо. А, нет, ты освободил доме? Да. Молодец. Да ко мне от этого плюса не станет. А, не, я убежал.
О, на корабле. Я убежал уже оттуда. Кстати, Артём, вот шкафу вообще не советую. Да, я вот люблю в шкафчиках побегать, а сейчас, типа, не особо. Джилл напугала. А вы где? А мы, короче, геник чиним. Это зараза сюда идет. Короче, я тебе здесь, чтоб хижине убить, мне помощь нужна. А, я вижу, что вы геник чинить. Аривидерчи, я на корабль пошел. Удачи тебе. А, он меня просрал. Он за Джилл, наверное, пошел. А Джилл, наверное, за мной. У колодыски самохил. Ну, это хорошо. А, я нашел, где еще геник. Или этот, которого уже починили. Нет. О, здесь. Нифига близко. Бедный Джилл. Вообще. Ее просто закемпили до смерти. Ты сейчас где? Я сейчас возле моста. На мосту, точнее. А, Гоя к тебе пойду, чтобы ты меня похилил. И ты меня тоже похилил, я бы тоже захилил. Не, Артём, иди хижине убийцу лучше. Ну хотя бы одного повешеннего чувака. Но он просто кемпит, типа, блин. В смысле меня? И ты идешь к хижине убийцы? Я иду, я уже здесь, а ты где? А, все. Где эта зараза? Я не знаю. Но я не думаю, что мы успеем один киник починить. Хотя, если будем сложно ходить, то, возможно, и починим. Эта скотина где-то здесь. Все, наверное, на корабль пошел. Пошли, Вань, где-нибудь гей... А, Вань, возле моста геник есть. Я знаю, только он там... этот, он... Контр, еще три геника, Вань. Три геника. Я знаю. Я знаю. Только вот где они? Я тоже не... Стой, давай так вот будем уходить. А почему? Мы же время теряем. Так он просто красные следы будет видеть, ну да ладно. Ну, Ваня, они больше метра уже в траве, тем более не видны. Почему? Видны еще как. Ну, Вань, на таких картах нет. Там геник я завел. Хоть бы где-нибудь на краю оказался этот геник. Главное просто на последнем гене... А, это не геник. Подожди, Вань, ворона. А, да пофиг, никто не слышит. Вот жаль, вот здесь вот где-то не, где-нибудь нету геника. О, тотем. Вань, на корабле геник есть. А, иди на корабль. Ой-ой, Ваня, это говно сюда идет. Оно на корабле. Он не на корабле. Или кажется. Но какие варианты, на корабль или куда? Да на корабль, конечно. Давай потихоньку тогда идем на корабль. Чтобы ворон не... А, ворона нету, Вань. Капец, ты меня напугал! Ваня, он возле хижины убийцы. Пиздец, страшно. Блять, Ваня, прости, пожалуйста, пиздец. Мне еще железная дева. Че, у него мама?
Артём! Что, блядь? Я увидел тебя... его! Оно появляется именно в тот момент, когда я это, говно страдаю. Я тебя похороню в коробке из-под пельмешка. Да у тебя только вторая стадия, что ты тут выебываешься? Так у меня кемпер сейчас будет. А, да? Ну, значит, мы сможем с кладет сбежать. Точно он тебя кемперит? Он вокруг корабля ходит, Артём. Короче, ты напортачил, ты иди спасай. Мля, не поспоришь. Вань, ну он тебя кемперит как бы, блин. А, нет, я же еще могу повисеть. Просто он реально иногда слепой. А, меня уже куда-то спасает. Пацаны, сорян. Биба за мной ходит. А, он за тобой ходит? Да. И тогда я не кричу. Пофиг, я бесстрашный. Ну, относительно. Я убежал, кажись. Да, он сейчас ко мне идет. Так, получается, один около моста, один на корабле, а где еще один геник? Честно скажу, хз. Короче, она треугольника играет. Ты где? А, блядь! Видишь? Ты где? Да я, блядь, на корабле. Нет. Тогда я пошел чинить это. Короче, бегай с корабля. Бля, спасибо за совет. Тут это кладец! Блять. А, так мы все на... Вань, ты на корабле, кладет на корабле. Ай. А, у него, Вань, все перки этого региона. Бля. Блять, короче, Вань, идите геник наконец почистите, хотя бы сбежите, а не дайте ему. А ты сам-то где? Я в подвале, Вань. Так иди спасай. Дебил, это меня повесили. А, тебя повесили, он рядом? По сути, да, по... он здесь. Чё, тебя зафигачили? Ну, видишь? Ёбаный твой пылесос до места. А Кладет, ты что тут делает? Ладно, я сливаюсь, Кладет, давай. А, блин. Она от него бегает. Кладет, я буду держаться, давай, бегай. Я в шкафчике. Артём, железное дело. Я знаю, Вань! Ты отсюда не выйдешь. Я знаю, Вань! Чё ты знаешь? Всё я знаю. Он сейчас её потащит сюда, а я сделаю ходовочку и её спасу, короче. А у тебя это есть? У кого есть? Перк на пролом? Нет. А чё ты говоришь? Блять, я сейчас очканул немного. Я-то думал, у тебя есть этот на пролом. Она сливается. Да спасай, Артём. П, пизда. Хуй тебе. А не деньги. Да бля, да я бы убил. Я прям, блядь, короче, еще раз меня так спасу. А, пизда. Он тебя видел, кажись, или нет? Пизда!
Бля, ах ты ж, сука. Папа, блядь. Ну он от ошибки, а мы просто, блядь, ошиблись. Все, все. Все, побежал, блядь, мужчина. Было? Эх, из-за, блядь, мы, короче, все на одном гене слились и поиграли. Ну, не поиграли, а, в принципе, как бы заебись как-то. Железная дева, мертвая хватка, безумное упорство и разлад, понятно. Джентльмены, я считаю, что вы говно. Ага. Понятно. Вы говно. Поздравляю вас. Что делать? Не знаю. Меня хотя бы на стриме слышно или гамба? Что делать? А, не, слышно. Нажимай готов. Подожди. А, сейчас прокачаю паутину. Да алло, где? Легковес, предчувствие. Мы справимся. А где напролом-то? Ты его купил? Да. Дай мне погонять. Это так не работает. Это работает. Крепкий орешек. Так такой он не нужен. По факту им никто практически пользоваться не умеет. Я его куплю. Хотя не я. Мне нужны нормальные перки на манов. Правда. Чисто. Погоди, я же недавно какой-то перк на манов купил, только какой я не помню. Давай эту последнюю катку сыграем и стрим на того. Кого? Кончим. Ну, окей, давай эту последнюю катку сыграем и стрим кончим. А, в принципе, дальше играть будешь? Да. А я могу, в принципе, сейчас за катку закончить. А, нет. Не, еще одну катку тогда. Вставай, пора бить. Я ящик с инструментами возьму, ибо я... Колян! С нами играть этот... Сейчас, Вань, короче... А, нет! Нет! Фак! Я хотел выполнить достижение со сломанными ящиками, но, блин... Ой, крюками, типа, 50 крюков сломать. Ну, блин, еле бы... А, нет, пофиг, если кто-то будет загоняться за этим дебом, то я уничтожу его. Ты кто? Ты кто? А ты кто? А ты кто? Я тебя не знаю, чел, уходи отсюда, это мой стрим. А, точно, что можешь это? Же в тикетоках посмотреть. Какой тикеток ты стримишь? Блять, одно другому не мешает. Вот прикинь бы, какой-нибудь Куплинов сейчас бы стримил, и в тикетоках будет твоих этих ваших... Ну, блять, извините, то смотри, если нас смотрят с 0,5 человека, то, блять, слушай... Прояви уважение к тем, кто будет смотреть этот стрим уже после того, как он пройдет. А такие есть. Вот я лучше узнаю, что типа One Piece 100 десятимечников насчитывается около. Тебе, блядь, вот интересный факт. Что? Да что за черт побери такие? Да, Golden Beast. Beast. Чё? Чё тебе надо? Ты кто? Ну ладно, не смешно. Кого там такой нет долгий? Точнее, плохой и долгий, что у нас так долго загружает. Может, просто... А, всё. Реальность полна разочарований. Вставай, я вижу кейс. Вставай, пора бить, ебасос. Так, короляна я уже вижу. Кто?
Короляна я уже вижу. А, кролик? Это медсестра. Блять. Артём, кажется, она играть не умеет, и это, кстати, хорошо. Ну, ящик зато сохранил. Не волнуйся, она за этим бегает. Такие теплые этим... слова, не волнуйся, она за этим бегает. Знаешь, как это, маме на спокойной ночи. За этим Кэнди Крашем. Боа, сан. Какой Кэнди Краш? А чё, прикольная игра? Вот так примерно и заводят геники, Вань, ты понимаешь? Она сюда, кстати, вроде. А, нет, она за этим не стоит. О, тут этот. Чем чинить? Если что, она, если она тут будет, я на нее доску свалю. Хотя я не думаю, что она успеет сюда прийти. Ваня, она сюда идет. Блядь! Нихуя. Я каким-то образом пробежал сквозь нее. Ну, не сквозь нее, а типа она меня не заметила. Я продолжаю чинить. Она меня потеряла. Я в шоке. Вставай, 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 барабин, я басон. Княгиня. Подожди, она здесь сегодня буквально. Сейчас геника наломает. О, Мэгги. Блять. Мэгги 25 култов. Я его оглушил. А, тебя напалом? Нет. Вань, на, я еще не успел прокачать. Короче, я ее благополучно. Ну а тут уже палетку посрал. Кто? Где? Около хижины убивцы. Вань, так я ее оглушил этой палеткой, блядь. Она, блядь, возле хижины убийцы, сука. Фу, бля, я думал, она меня этот увидела. Майк, молодец, чинишь. А, я, кстати, еще взял. Инструменты не использовал, но я берегу их для лучших времен. Эта скотина идет сюда. Ой, простите. Нельзя же материть просто так. Я же это... Почти этот, хотел уже нажать на Е и позвать медик. Понимаешь? Типа отсылка на ТС. Короче, Артём, иди к этому, к повозке. Я там геник чиню, как раз таки и меня полечишь. Я этот, накрою карту, обхожу. Она еще никого не повесила. Мэгги. Нет, вообще никто, она никого не повесила. А, нифига, она близко. А я тут к повозке бегу. Знаете. Меня уже лечит, Артём, меня уже лечит. Нет, я знаю, но я в принципе типа геник-то иди чинить. Вставай, вставай, порабить, ебасос. А, тебя, ты уже возле повозки починили геник, да? Нет, там еще один есть. Ты скотина... А, понял. С Гудыняка, где ты? Она возле этого геника, Ваня, она его сломала. У меня часы есть, мне хорошо.
Так, Ваня, они уже, наверное, перестанут действовать. Отводи ее, короче, от этого геника, я ее чинить его буду. Я тоже иду. А, так она за этой погналась. А. Тут и Мэг, короче, трио. И я. Убийца. Акаме. Вроде их не три было. Ай, да я не смотрел, в общем. У меня плохо расстраивать вас, но это говно идет сюда. Ваня, ты где? О! Я же перепрыгнул! Ваня, у нее выпад гигантский. Говно, у нее выпад, если она не из этого выходит, Артём, хватит у всех выпады придумывать. Welcome to GBG. Вот он, этот main killer, только за них играет, знает все выпады манов. Артём, харе уже, прекращай это говно. Твой спектакль никто не слушает. Иди умойся. Нет, я буду уже после видео, кто-то слушает. Полечи меня. Ты я где? Там, где повозки. И эти, это говно. Ты мимо пробежал. А, Мэг, стой! Это ты фонариком посветил? Да. А, блин. Чинить, геник. Где? Там, ты отсюда убежал, Артём. Так мы все геники там починили. Вот там, где меня полечили, иди сюда. А, да? А уже не иди, тут моя сестра. Где? Вань, я немного не вступляю. Где этот? Где? Ты дебил, там, где меня полечили. Все, все, вижу, Вань, я... И куда ты бежишь? Я все, я сейчас смотрю. А там. Угу. Смотри, сюда пойдешь. Да. Аня на кваратам бежит, да. Каким именно? Ну, к которым этот, ты пошел. Уже нет. Чё, она ушла? Да. Открывай ворота. Она за Мэг вроде как гонится. Я в шкафчике пока сижу, открывайте. Я уже кого там, я их почти открыл. Только они откроют? Она так посмотрела, типа развернулась, ну и ладно, больно. Фига себе, два еженедельных задания выполнил. Да? Прикольно, да. Кто? Я их вообще, наверное, сроду не выполнял. Вот крюков, конечно, можно было бы поломать, 4 штуки. А, все сбежали? А, все сбежали? Нет, а, у него ник, Артём, у него ник Гитлер. У кого? У моей сестры. Господи, блядь. Блять. 10 часов он наиграл в ДБД, конечно, он там нихуя не. В раз! Зато в раз 362 часа. Прекращай этот стоит, мужик. Пиздец, блядь. Его прям годик чисто практически ровно назад был этот. Говно. А ты куда?